Женщина на железной дороге не просто красавица, она еще и мастерица. Мужчины удивляются, когда они все успевают. В этом году, накануне 8 марта, в Орле традиционно прошел конкурс мастерства. Картины вышитые, а также выполненные в бисере, кружевоплетение. Фантазия орловских железнодорожниц безгранична. Каждый год участницы конкурса «Красота руками женщин» осваивают новую технику. Выставку мы нашу замечательную проводим уже 4-й год. С каждым годом все больше участниц присоединяется к нашей выставке. Мастерство наших девчонок-профессионалов все растет. Особенно приятно, что каждый год новые участницы. В преддверии Международного женского дня в Орловско-Курском регионе МЖД было организовано множество мероприятий. Одной из площадок стал актовый зал локомотивного депо «Орел». Лучшим работницам региона, а также ветеранам вручили юбилейные медали и благодарности. Дополнением к празднику стал музыкальный подарок от группы «Разные». В этот прекрасный весенний праздник мы своих дорогих, любимых коллег, женщин, ветеранов поздравляем с этим прекрасным днем. У нас традиционно это все заведено, поэтому мы отдаем долг уважения, любви к женщине. Еще одним приятным сюрпризом утром 6 марта стали поздравления мужчин-железнодорожников. Под звуки саксофона каждая пришедшая на работу женщина получила цветы. Завершением праздничного утра стало поздравление заместителя начальника Московской железной дороги по территориальному управлению. Поздравить всех женщин не только нашей компании «Российские железные дороги», а пользуясь случаем и всех наших женщин Орла, Орловской области. Пожелать всем здоровья, благополучия и близким. На Московской железной дороге 2020 год объявлен годом женщин. Поэтому все, что касается женского труда и условий их работы в структуре РЖД, стоит на особом контроле. Сергей Сергеев, Виктория Юркова, Андрей Борискин, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».